Думаю, многие пробовали и любят чипсы, делают их обычно из картофеля, но сегодня я хочу предложить сделать не менее вкусные и бюджетные чипсы из свиной шкурки. Для приготовления чипсов из свиной шкурки нужна свежая и желательно не грубая кожа. Перед приготовлением ее нужно подготовить, необходимо полностью очистить кожу от сала, она должна быть чистой, иначе сало будет топиться. Список ингредиентов в конце видео. Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления чипсов из свиной шкурки. Свиную шкурку разрежьте на кусочки примерно 3 на 3 сантиметра, выложите на противень прослойкой сала вверх. Посолите, поперчите и посыпьте сухой паприкой. Поставьте в духовку и сушите кусочки в течение 1 часа при температуре 150 градусов. Извлеките противень из духовки и переложите кусочки на бумажное полотенце. Оставьте при комнатной температуре в течение 1 суток. Шкурки должны стать сухими и очень твердыми. Это означает, что можно делать чипсы. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. В маленькую сковороду с высокими краями налейте растительное масло и разогрейте. Маленькими порциями кладите подготовленные шкурки и жарьте меньше минуты. Чипсы готовы, когда кусочки раздулись и стали больше в 2 раза. Готовые чипсы кладите на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы удалить лишнее масло, полностью остудите. Переложите в тарелку, если нужно, посолите и поперчите. Приятного аппетита! Вкусняшки, подписавшимся! Теперь о составе нашего блюда. Свиная кожа, 200 грамм. Соль, по вкусу. Перец черный молотый, по вкусу. Паприка сладкая, по вкусу. Масло растительное, 200 мл, рафинированное. Количество порций, 2. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Удачи, друзья, заходите.